Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить новинку на рынке электромобилей — полицейский Ford Explorer. Давно спрашивали что-нибудь подобного плана. Вот, наконец, такая машинка появилась. С мигалками, сиренами, с надписью «Полиция». Тут серьезный кенгурятник спереди. Все как должно быть. Ну давайте посмотрим, что тут есть. Ну, традиционно пультик Bluetooth. Открываются дверки. Есть функция чемодана. Спереди ручка, сзади колесики. Вот. Мигалки. Ну, включается с кнопочки. Есть громкоговоритель. Можно ругаться на встречный транспорт. На руле мелодии, сигнал, музыкальная панелька, радио, флешка, AUX-выход. Коробочка, автоматик вперед-назад. Ну и, соответственно, ниже скорость, выше. И как раз самое главное — это сигналы на крыше есть и на кенгурятнике. Вот так все это шумит, переливается. В общем, интересно. Спасибо за внимание.